следующем году в Казахстане пройдет сельскохозяйственная перепись. Предварительно будет проведена перепись в пилотном режиме в нашей области, в Кызылорде и двух сельских населенных пунктах. Цель проведения переписи – получение полной информации о конкретном положении дел в сельском хозяйстве, выработка на основе полученных данных социально-экономической политики по повышению эффективности и конкурентоспособности отрасли. Объекты переписи – земельные площади и пассивные поля, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы, сельхозтехника и оборудование, животноводческие комплексы и птицефабрики, производственные постройки и помещения для содержания сельскохозяйственных животных и птицы, постройки и сооружения для хранения сельскохозяйственных продукции. В пилотном режиме перепись пройдет в Кызылорде, аульном округе Ганимуратбаев Казалинского района и в ауле Аскар Токмагамбетов Сырдаринского района. На основном этапе будет использован специализированный сайт sanakh.gov.kz.